Пациенты, пострадавшие в авиакатастрофе под Алматы, будут выписаны в ближайшие сутки. Об этом сообщили сегодня на брифинге в Алматы представители управления общественного здоровья. Сейчас в больницах города находятся 49 пассажиров рейса «Алматы-Нур-Султан» авиакомпании «Бек Эйр». Со вчерашнего дня лучшие врачи страны провели 19 сложнейших хирургических операций. Состояние многих оценивается как стабильное. Остаются тяжелые, но они практически все в сознании. Я должен сказать, что самую высокотехнологичную помощь оказали больным с повреждением позвоночника, шейного отдела позвоночника, грудного отдела позвоночника и поясничного отдела позвоночника. Вот только что завершилась операция, мы все это посмотрели. И я должен здесь подчеркнуть, что врачи города Алматы оказались на высоте, оказывая при массовом поступлении, всегда бывают свои сложности. И здесь они были готовы и оказали самую высокотехнологичную помощь.